Всем привет! Купили вот такой вот, ну тоже такая маленькая коробочка, я как понимаю, что там внутри конфеты. Это производительная Славянка, и находится он в Белгородской области. То есть, ну, мы до этого тоже делали обзор на коробочку с Новым годом, а это у нас коробочка с Рождеством. То есть две разных коробочки, два разных подарка. Вот, сейчас будем смотреть и тоже делать обзор. Ну, сравним еще с предыдущей коробкой. Вот. Так, сразу скажу, что купили мы его после Нового года, после Рождества. И обошелся он в 50 рублей, а без акции стоил 180. То есть, если рассматривать за 50 рублей, то, наверное, цена шикарная почти за любые конфеты. Вот, за 180, конечно, мне кажется, это будет немножко дороговато. Так, ладно, давайте открываем. Открывается. Ну, вот такая коробочка. Давайте. Ого, класс. Ого, вот ананас, такой большой. Я вот такие видел конфеты, только более маленькие. Но это, по-моему, более большая, хотя, может, мне кажется. А, или она так открыта. Нет, она реально более большая. Обычно видел такие более маленькие ананасы, они внутри с вафелькой были. Это, наверное, такая же. Вот, и... Но они вкусные, мне вот этот ананас нравится. Ну, потом здесь лёвушка. Ну, лёвушка это многие, наверное, пробовали. Потом вот такая детям. Ну, такая же была в предыдущей части. Я не знаю, я не ел, но мне кажется, она... Ну, так себе. Так, потом Стёп. Тоже такая конфетка на палочке. Во, вот это обыкновенное чудо, вот классная штука, смотрите, десертное суфле. Мне бы вот такое бы понравилось, я бы такое, кстати, поел. Так, дальше. Ну, это желе, мармелад. Если вам кому нравится, ну, я такое не очень люблю, поэтому, не знаю, это аппетиты и лимоны. Вот, и самое крутое, мне кажется, что здесь есть филиппинский пудинг. Вот это, мне кажется, здесь самое шикарное. Ну, не знаю, что из этого всего открыть. Ну, это же, чтобы все не пробовать. Ну, это уже, я думаю, что все более-менее понятно, как, ну, как все выглядит. А вот филиппинский пудинг, мне кажется, довольно-таки интересно. Давайте попробуем филиппинский пудинг. Что это вообще такое? Так, производитель тоже Славянка. В общем, открываем филиппинский пудинг. Открывается, ну, легко. Так, выглядит таким образом. Сейчас возьму нож. Давайте его разрежем напополам, посмотрим, что там находится внутри. Так, ну, смотрите, это печенька такая, а вот здесь находится... Ну, есть немножко кокосовая стружка, это не кокосовая стружка, это какое-то что-то мягенькое. Ну, со вкусом кокоса. Давайте попробуем. Не, ну классно. Ну, хлебушек и это, мне понравилось. Ну, вкусно, вообще прикольно. Ну, за это плюс большой. Так, ну, давайте теперь поставим по баллам. Что по баллам? Ну, из конфет, что мне здесь нравится, это пудинг. Нравится ананас. Нравится вот это. Ну, Стёп еще можно поесть. Ну, и конфету, такую конфету я не знаю. Ну, вот это все, ну, Стёп большим вопросом. Вот это все мне не нравится. А вот это все нравится. То есть, примерно 50 на 50. Даже больше. Поэтому я поставлю, как и за прошлый, примерно набор. Потому что они, в принципе, похожи. Они реально похожи. Поэтому я поставлю 8 баллов из 10. Ну, чистая восьмерочка. То есть, если брать это не по распродаже, то, конечно, это не очень выгодно, если брать распродажу, то это шикарно, вот столько конфет за 50 рублей. Ну, согласитесь, это здорово. Вот. Поэтому 8 баллов по распродаже. Покупайте, кушайте, это правда вкусно. Спасибо вам за просмотр, подпишитесь на канал, поставьте палец вверх. Пока-пока!